Со страхом Божиим и верою приступите. Благословен гряды во имя Господне, о Господи, я весь. Причастники, молимся, верую Господи, исповедуя, ко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный, спаси от них же первый есть мас. Ищи веру, посеяй самое пречистое тело Твое, самая честная кровь Твоя. Молюся, убо Тебе, помилуй меня, и прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное, словом я же делаю, меня же ведение и неведение. Исподу мне суждены причаститься причистых Твоих таинств, в оставлении грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечерь Твоя тайна, Сыне Божий, причастниками я примени врагом тайну, повемнила б занятие дам я каюда, ну-ка разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во царствии Твоем. Да не в суд или в осуждении будет мне причащение причистых Твоих тайн, но во исцеление души и тела. Аминь. Причисти тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Христа причащается в Божье место. Во исцеление грехов и Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя.
поим славу Твою. Я господобилась нас причаститеся, святый Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайном. Соблюди нас во Твоей святыни, видей поучайся правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя. Святых, своих бессмертных, небесных, жестворящих, Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми и святыми помянувши сами себе, друг друга и живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господи. Яко Ты есть освящение наше, Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Ваше правление, Господь услышает,
и от всех скорбей их избави. Близ Господь сокрушенным сердцем и смиренным духом спаси. Многие скорби праведным и от всех их избави, я Господь. Храни, Господь, вся кости, ни один от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него.